Торжественная церемония открытия – момент всегда очень волнительный и ответственный. Он как своеобразная черта, переступив которую, необходимо максимально сконцентрироваться, собраться и выдать свой самый лучший результат. Во всяком случае, именно на это настроен каждый из почти 100 спортсменов в эти морозные январские дни, принимающих участие в 21-м турнире по стрельбе из лука. К слову, традиционные старты уже не первый год и на площадке проходят традиционные. Спорткомплекс «Виктория» стал местом постоянной дислокации лучников-участников рождественских встреч. Прежде всего, мне хочется выразить благодарность, что мы наконец-таки плотно утвердились в зале «Виктория». Вот именно у нас не хватало зимней базы, чтобы, так сказать, в широком формате провести, чтобы были достаточное количество щитов, чтобы спортсменам было комфортно. Сейчас это, слава богу, хорошо. Я надеюсь, что следующие турниры будут более представительны. Мне бы хотелось, чтобы это было не только внутри республиканское соревнование, но все-таки больше и международное. В числе участников соревнований и титулованные спортсмены, и только набирающие силу и обороты новички. А это значит, что борьба точно получится очень азартной, и результат может быть непредсказуемым. Кто знает, на что способны белорусские лучники, которые в последние годы, к слову, все чаще и все громче заявляют о себе не только на республиканских стартах, но и на международной арене. Конечно, уже очень давно я уже принимаю участие в этих соревнованиях. Наверное, с 99-го года. Или с 98-го, где-то так, приблизительно, точно не помню. Вот. Ну, конечно, это важный старт. Будем бороться за достойное выступление. Нет уверенности в том, что ты победишь, ни перед каким стартом. Потому что мало ли что случится. Ну, не будем каркать. Буду стараться, чтобы все получилось. К слову, соревнования в городе над Бугом хоть и являются неизменно престижными, но интересуют спортсменов не только в части своей собственной значимости. В текущем году рождественские встречи являются одним из этапов отбора для комплектования сборной команды Республики Беларусь, которая уже весной примет участие в чемпионате мира. Состоятся старты с 1 по 6 марта в турецкой Анкаре.